Здравствуйте, в эфире программа «Алло ЮТВ», и сегодня мы будем говорить, как всегда, наша программа будет поделена на две части. В первой части программы мы будем говорить о том, что предлагает «Одессагаз» нового для города Южного, а во второй части программы мы будем говорить о готовности пляжа к летнему сезону. Я представляю гостей сегодня в первой половине. Это Наталья Орловна, начальник службы эксплуатации и технического развития «Одессаоблэнерго». Добрый вечер. Одессагаз. Извините, у нас сегодня света не было, поэтому у меня облэнерго. Актуально. Да. Анна Борисова, начальник Одесского межрайонного участка Одессагазпоставка. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у нас есть информация о том, что вы хотите внедрить в городе Южном новую систему газовых счетчиков. Это действительно так. Сегодня в условиях высокой стоимости природного газа актуальным является вопрос о его экономном и рациональном использовании. В связи с этим для точного и надежного учета газа Национальной комиссией регулирования энергетики принято постановление о пилотном проекте, который внедряется в настоящее время в городе Южном. Что это за проект? Значит, речь идет о дистанционном снятии показаний с узлов учета газа всех потребителей города Южного. Проект этот представляет собой очень важный момент в таком ракурсе, что можно одновременно будет узнать объем потребления газа абсолютно всех потребителей города Южный. Что представляет из себя система дистанционного считывания сама как по себе? Это обычный узел учета газа, который оснащен блоком дистанционного считывания. С этого блока информация по узлу учета газа, расположенного, допустим, у каждого абонента, либо у коммунально-бытового объекта, там аптека, магазин, ОСББ, да. Например. Ну, если это единый узел, то да, действительно, со всего дома информация передается непосредственно в абонентную базу Одессагаз о показаниях счетчиков. То есть в чем преимущество, скажем так, этой системы? Каждый абонент должен на первое число месяца предоставлять информацию по своим узлам учета. В данном случае эта система позволяет в автомате снимать эти показания, и абоненту необходимо об этом беспокоиться. Кроме того, тот же человек, имеющий систему дистанционного считывания, может сам зайти в интернет и посмотреть на сайте Одессагаз систему оплаты, свои счета, ему удобно пользоваться такой системой. Это, скажем так, система удобна как для абонента, так и для газовой компании. В общем, это получается, что эта система, она будет подключена к интернету? Эта система не будет подключена к интернету. Эта система позволяет актуально содержать абонентную базу с показаниями узлов учета, а абонент, заходя на в свой рабочий кабинет на сайте Одессагаз, имеет возможность уже смотреть актуальные расчеты за газ. Где вы будете устанавливать эти счетчики? Это будет за деньги или без денег? Значит, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики поручила это осуществлять в городе Южном публичному акционерному обществу «Одессагаз». Замена счетчиков, позволяющих как бы установить блоки дистанционного считывания, установка самих блоков дистанционного считывания, это все производится бесплатно за счет средств Национальной комиссии регулирования энергетики. А сам счетчик? И сам счетчик тоже меняется бесплатно. А кто может претендовать на то, чтобы заменить счетчик именно на такой? Абсолютно все абоненты, имеющие счетчики в настоящее время.
Нашим телезрителям я напоминаю, что мы выходим в прямом эфире. Номер телефона вы сейчас увидите на своих экранах. И если у вас есть вопросы к гостям студии, пожалуйста, звоните по этому номеру 2-15-81 и задавайте свои вопросы, потому что в эфире мы будем буквально полчаса. То, что касается вот этого эксперимента, насколько люди об этом знают, и ну, мне кажется, что есть какой-то определенный страх, что нас хотят обмануть, нас сейчас поставят и накрутят нам больше, чем надо. Дело в том, что эта система не позволяет накрутить ничего, она просто информирует оперативно, то есть есть возможность оперативного съема показаний у того или иного абонента, у всех абонентов вместе взятых, поскольку в настоящее время, как мы осуществляем съем показаний со счетчиков, у нас есть штат контролеров, которые посещают абонента, переписывая у него показания, и эти показания вносятся в абонентную базу. А новая система, скажем так, позволит одновременно у всех абонентов снять эти показания. То есть тут, скажем так, для Одессагаз немножко экономия людских ресурсов, поэтому принят такой проект. Хочу сказать, что данный проект, кроме Одесской области, города Южного, такие пилотные проекты предусмотрены еще в Днепропетровской области, город Пятихатки, допустим, еще такой же проект предусмотрен еще в Полтавской области. Это тоже есть такие варианты. То есть это пилотные проекты, которые в идеале должны распространиться на все населенные пункты. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Я говорю. Вот по какому вопросу. Вы знаете, то, что у нас золотой почти 7 гривен, так еще вот эти всякие новшества. Хотела бы узнать, это в принудительном порядке или нет? У нас у многих пенсионеров новые счетчики, мы за них уплатили деньги. Чего я буду куда-то, что-то заниматься вот этим всем? Мне это не хочется делать. И многим моим вот соседям тоже не хочется этого. Хотелось бы вот, чтобы ответили на этот вопрос. Угу. Спасибо большое. Насколько эта система обязывающая абонентов переходить на такую? Понимаете, эта система принята государственным органом Национальной комиссии регулирования энергетики. И поскольку это государственный орган, который регулирует все платежные взаимоотношения, поэтому в данном случае эта система обязательна. Тот счетчик, что был установлен у абонента, и он не подходит под эту систему, он останется у абонента, его снимут и отдадут абоненту. Вообще в Одессагаз был такой эксперимент, насколько я знаю, отдавать свои показания по интернету. И насколько я понимаю, он не совсем удачным был. Почему неудачным? Вот в частности был звонок от пенсионера. Не все люди могут пользоваться интернетом. У нас очень много людей пользуются интернетом. Это замечательно. Я просто знаю. Действительно, как бы не сработало, потому что не все пользуются. Есть такие населенные пункты, села, да, где... Да, но не город Южный, да. Да, в городе согласна. Город Южный более продвинутый в этом вопросе, но есть такие моменты, где нет возможности передать по интернету. Звонят, чаще в телефонном режиме передают показания счетчиков. Ну и кроме того, сейчас как бы вся система достаточно динамично развивается, и на сегодняшний день уже сайт выстроен по такой схеме, что, отправляя показания, они автоматически попадают в базу данных. Если раньше это было немножко несовершенно, то сейчас напрямую через сайт, их не касается ни оператор, никто, да, то есть как бы... И, соответственно, человек сам видит, что он вводит, он уверен, зайдя в личный кабинет, то есть обновив его после внесения показаний, он сразу же видит, что он внес, какая сумма начислена, он это контролирует. Поэтому я думаю, что в ближайшее время это будет достаточно развито и принесет, я думаю, очень много, на самом деле, удобства и пользы прежде всего гражданам, пользователям. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло. Да, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Вот я хочу вопрос задать. Да, задавайте, мы вас слушаем. Мы буквально в мае месяце установили этот счетчик за 2000 гривен. И были в городе у директора, в этой газовой службе. Почему нам не сказали, что по городу Южному будут теперь бесплатно устанавливать счетчики? Теперь они, значит... Алло. Да, мы вас слушаем. Были месяц назад в газовой службе в городе. Да... Понятно, спасибо большое. Так почему теперь нас в принудительном порядке должны вот опять заставлять менять? Кто нам деньги вернет теперь, извините, пожалуйста? Спасибо большое. Вот такой вопрос. Еще раз объясняю, что тот счетчик, который был приобретен за средства абонента, он остается у него. Новый счетчик абсолютно бесплатно устанавливается. Возможно, что тот счетчик, что был установлен месяц назад, подойдет под подключение блока дистанционного считывания. На этом счетчике должен быть необходимый контакт. Возможно, этот контакт есть, раз это совсем недавно было, потому что чаще всего меняют счетчики, которые установлены уже много лет назад, лет 5 назад. Поэтому не исключено, что в данном случае у абонента будет просто подключен блок дистанционного считывания, и счетчик менять не придется. Угу. То, что касается должников, вы каким-то образом сможете влиять на должников, например, если вы устанавливаете вот такой счетчик? И как много у нас вообще в Южном людей, которые уже установили счетчики у себя дома? Ну, на данный момент в городе Южном всего установлено порядка 5000, если я не ошибаюсь, счетчиков. Еще порядка 2000 небольшим абонентов счетчики у них не установлены. У этих людей счетчиков нет. И самое интересное, что как раз эта ситуация, то есть достаточно крупная сумма задолженности, мы видим у тех людей, у которых счетчик не установлен. То есть этому несколько причин. Ну, во-первых, стоимость, да, то есть как бы без счетчика на сегодняшний день начисляется 7,1 куба газа. То есть стоимость получается 48,84 на одного прописанного человека, да, то есть уже такой момент. Если 2-3, то есть сумма, соответственно, увеличивается. И именно такие люди, как правило, имеют достаточно крупные суммы задолженности. Это связано еще и с тем, что люди, в общем-то, привыкли, когда газ был значительно дешевле, оплачивать раз в полгода, раз в год. То есть человек знает, что вот у него там было, это стоило 24 гривны в месяц. Он себе посчитал, за 6 месяцев заплатил. Сейчас, когда эти суммы значительно увеличились, то получается человек и становится должником и перед нами, и сам себя загоняет тоже в долги. То есть спустя 3 месяца он вдруг узнает, что ему надо из семейного бюджета выложить значительную сумму. Поэтому установка счетчика, она идет на пользу прежде всего абоненту. Прежде всего. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Я вот еще хочу раз уточнить. Мне отвечает совершенно не то, что я хотела бы услышать. Потому что мы отдали 2000 гривен месяц назад. Они месяц назад знали, что по Южному будет такая программа. Мы, пенсионеры, выбросили эти деньги, получается. Теперь нас будут вынуждать. Вот вы оставьте себе этот счетчик. Что это за дела такие? Кто будет нам компенсировать это все? Спасибо большое. Спасибо. Знали вы месяц назад? Я вас понимаю, но месяц назад как бы об этом не было известно. Угу. Сразу, как только узнали, мы сразу приняли решение выступить по телевидению, чтобы о всех новшествах узнали сразу абоненты наши, жители города Южного. Но есть определенный, видите, определенный конфликт такой. Кто инициатор того, чтобы именно такие, чтобы устанавливать блок на счетчике, считывающий информацию? От вас поступала эта инициатива? Инициатива утверждена Национальной комиссией регулирования энергетики. Ну, это почти что реформа, я так думаю. Это, да? Насколько реформа, не могу сказать, потому что это слишком масштабная реформа для того, чтобы внедрить ее там по всей Украине.
В настоящее время как бы выбран город Южный как самый такой молодой, активный город. Поэтому... Вот мы с вами потом поговорим, я сейчас приму телефонный звонок и как раз поговорим, почему именно такие города были выбраны. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы узнать у вас о том, на каком принципе работает блок считывания информации о показаниях счетчика. Что это такое? Радиоволны, микроволны и так далее. И как это будет влиять на наше население? Это первое. И второе, почему именно Южный выбран? Спасибо большое. Спасибо большое. Да. Вопрос понятен. Значит, сам блок, он оснащен импульсными датчиками, основанными на принципе GSM-модема. То есть у каждого дома наверняка есть компьютер. То есть никак влиять этот блок на население в плане здоровья не может. Это абсолютно исключено. Ну, если вопрос по поводу влияния этого блока на человека. Да. Что касается города Южного, по какой причине был выбран именно этот город? Рассматривались многие факторы, я так понимаю, национальной комиссии при выборе городов. Прежде всего, имелось в виду компактность населенного пункта. Кроме этого, при анализе потребления бралось наличие не только населения, но и коммунально-бытовые объекты и промышленность, то есть разнообразие потребителей газа. Ну, кроме того, у вас в городе Южном наиболее высокий уровень управления городским хозяйством. Наверное, это было самым главным фактором, почему был принят город Южный к принятию такого пилотного проекта по установке этих счетчиков с дистанционным считыванием показаний. У нас есть еще телефонный звонок. Добрый вечер. Будьте добры, вот какой еще вопрос. Есть же рядом город Ильичев. Чего вы его не возьмете как эксперимент? И еще главный вопрос. Хотелось бы, чтобы занялись качеством газа, сколько мы греем эти чайники, а отвратительный газ. А вы занимаетесь вот просто издевательством над людьми. Извините, что просто уже накипело вот это. Спросите, вот просто задайте, вот сейчас диктор задаст вопрос людям, какого качества газ? А вы счетчики, пересчетчики меняете, куда по 2-3 тысячи будем выбрасывать? Мы сидим на 1500 пенсия это, на месяц. Это бесплатно. Спасибо за внимание. Спасибо. На качество газа. Есть у вас такая информация, что касается качества газа, и как можно ее проанализировать? Качество газа проанализировать сложно, потому что необходимы анализы сертифицированных лабораторий для того, чтобы определить качество газа. В настоящее время мы получаем газ от управления магистральных газопроводов Прикарпаттрансгаз. При передаче газа нам составляется паспорт на природный газ, который удовлетворяет всем требованиям ГОСТов на природный газ. Поэтому, если есть какие-то вопросы по качеству, необходимо привлекать специализированные лаборатории. Но вы вообще владеете, да, такой ситуацией, потому что вы начальник службы эксплуатации и технического развития? Это не совсем так, но в общих чертах я понимаю, что при передаче газа на ГРС газ удовлетворяет всем требованиям ГОСТов. А дальше, если есть возможность проанализировать этот вопрос, значит, это уже более глубокое изучение требует этот вопрос. Угу. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Самое интересное в этой всей системе, откуда вам известно, что во всей нашей системе в Южном в каждой квартире есть интернеты? Ну что за ерунда? Ну откуда вы это взяли? И кто это будет считать по этим интернетам и писать по этим интернетам? Если тут большинство живут пенсионеры, которые уже слепые и не видят ничего, по этим интернетам эти лягушки гонять по интернету, да что это за такое? То одно было ЭБД, теперь
другое наваливается на нас. Да что это за такое? Да кому же жаловаться, да кого идти просить, чтобы все это от нас, от пенсионеров, отвалилось? Ну это невозможно так жить. А у вас есть счетчик? Есть счетчик, да интернета нету. Ну, это не обязательно этим пользоваться. Как не обязательно? Как не обязательно, когда, значит, там система такая, что зайти на сайт. Да я, например, не знаю, что такое сайт, не то чтобы иметь интернет. Давайте я попытаюсь ответить. Это вообще фантастика какая-то наваливается. И кто это только придумывает? Давайте мы как раз об этом и поговорим. Давайте я попробую успокоить нашего абонента. Людей, у которых нет интернета, и они не могут зайти на сайт и не знают, что такое личный кабинет. Значит, в данной ситуации я хочу сказать, что блок дистанционного считывания, он в автомате передает информацию. Есть у абонента интернет, нет у абонента интернета, это не имеет значения. Его данные будут переданы в абонентную базу. Это значит, что не нужно будет абоненту беспокоиться о том, чтобы самому передать эти данные в абонентный отдел «Одессагаз». В данной ситуации сам этот блок оснащен модемом, который в автомате передает показания счетчика. Поэтому напрасно женщина переживает по этому поводу. Ну, как уже было сказано, этот счетчик, собственно говоря, его работа основана не на принципе не интернет-данных, а скорее, условно говоря, мобильной связи, чтобы вот людям было более понятно, да, и, соответственно, как бы что касается, хотелось бы подчеркнуть, что установка такого счетчика, она будет очень удобна абоненту. На сегодняшний день, согласно, собственно говоря, вот кодексу газораспределительной системы, который вступил у нас в силу 30 ноября 2015 года, человек законодательно обязан до 5 числа передать свои показания счетчика любым удобным для него способом. Это интернет, это телефон, это там, личное обращение непосредственно на участок. Самый оптимальный вариант, который мы бы могли рекомендовать, это опять-таки четкая ежемесячная оплата, в данном случае до 5 числа. Если человек оплачивает свои фактические показания счетчика до 5 числа, да, они в течение вот положенного срока попадают в нашу базу, ведется правильный счет. Сейчас с учетом постоянной динамики тарифов, в которой мы живем, один месяц у нас одна цена, другой месяц другая, третья и так далее, да, очень важно вот это вот четкое понимание понятия закрытия месяца. Ну, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что требования передачи показаний на первое число ежемесячно, это на сегодняшний день фактически законодательное требование. Угу. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот у нас когда-то было, мы предприниматели, но решили нам поменять машинки, кассовые аппараты. Срочно все поменяли, все, всех обязали, поменяли, старые бросили, новые поменяли. Получилось так, что при 9 градусах мороза они не работают. Ну, в общем, пришлось, кому-то надо было пропихнуть эти кассовые счетчики. И вот с таким, вот, может, вы меня понимаете. А теперь не та же самая будет история вот с этими счетчиками. Может, и люди, пускай они выбрасывают старые счетчики, придет время, скажут, а они там уже не прошли чего-то, не то, не сё, не пятое, десятое. Это эксперимент. И будут ли повышаться цену, набрасываться цена этих счетчиков на платежи? Угу. И еще одно, вот, будут ли меняться книжки, это самое, и я не знаю, услышат ли нас или вы за это, ну сделайте на улице скамеечки, но невозможно старикам стоять по несколько часов на жаре, на солнцепеке, на морозе, это просто безобразие. А скажите, вы когда последний раз были в газовой службе? У меня муж был 2 месяца назад. Уже установили, я вам хочу сказать. Месяц что? Назад установили 2 скамеечки желтенькие прямо напротив газовой службы. За это пока она
только там, там нет тенечка. Две страннички там, а сколько там людей? Ну, две уже есть, МЖКЦ установила. Только... Да, но нет тени. Сейчас действительно жарко и действительно... Если цена повышаю, я имею в виду вот это вот. Да, хорошо, спасибо. Повлияете на цену на газ. Спасибо, вопрос ясен. А газ утром горит красный, коптит. И чайник стоит. Если он быстро закипал, сейчас надо его ждать, я не знаю, минут 20. Не чайник, а наливаешь немножко на пару кружечек. Угу. Спасибо. Спасибо большое. Давайте с самого начала, это то, что касается газовых счетчиков, эксперимента, не остановится ли этот эксперимент и не надо ли это кому-то для того, чтобы реализовать свою какую-то бизнес-схему. Данный эксперимент не остановится, даже если блоки дистанционного считывания не будут работать. Счетчики, которые установлены у абонента, они являются такими же узлами учета. Они будут также опломбированы, они коммерческие, то есть здесь все будет официально оформлено, ничего не произойдет, пусть население не беспокоится по этому поводу. Что касается цены, официально заявляю, в связи с установкой новой системы учета газа, цена не поменяется на газ. Угу. У нас есть последний телефонный звонок, у нас всего полчаса на первую половину передачи. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я правильно понял, что во всем городе Южный будет бесплатно установлены, у кого не было газовые счетчики? Правильно я понял? Вы так не сказали сразу как-то так, но вот я хочу конкретно. Ждать, конечно, не придут и установят бесплатно счетчики, да? Значит, все, спасибо большое. Будут ли тем, у кого нет газовых счетчиков, бесплатно устанавливать счетчики? Тем, у кого нет газовых счетчиков, бесплатно устанавливать газовые счетчики не будут. Эта система предусматривает только участие тех, у кого счетчики уже установлены. В настоящее время есть еще один проект, который... предусматривает установку единых узлов учета на многоквартирные дома. В этой ситуации, как вот мы говорили, на весь ОСМД будет установлен единый узел учета, будут вычитаться абоненты, у которых уже стоят узлы учета поквартирные, а те абоненты, которые не имеют счетчиков, будут рассчитываться по расчетам по единому узлу учета, в зависимости от количества проживающих людей. В данном случае, если это установлено оборудование, газовые плиты у абонента. Теперь в завершение, буквально 2 минуты, и потом мы перейдем в следующую часть программы. Сколько времени уйдет на то, чтобы заменить газовые счетчики и установить эти блоки учета? Значит, эта программа предусмотрена до конца 2016 года. До конца этого года? Да. Не так уж много времени на самом деле. Каким образом будет осуществляться замена? То есть это будет приходить там сотрудник Одесса-ГАЗ? В настоящее время сотрудники Одесса-ГАЗ уже начали осуществлять эту программу. Они ходят по квартирам, естественно, предъявляют удостоверения свои и выполняют замену газовых счетчиков. И в этом случае, когда происходит замена этого счетчика, каким образом человек может узнать о своих данных? Например, ну, есть такие люди, которые будут заходить на сайт и смотреть свои данные. Как он это, он получает какой-то номер? Там на сайте, когда вы заходите, скорее Анна Романовна вам расскажет, необходимо ввести свой лицевой счет, свой адрес, и там все можно увидеть. Адрес, номер счетчика, да, то есть вся процедура регистрации сейчас достаточно подробная и пошагово расписана. Человек регистрируется с учетом особенностей, таких как номер счетчика, то есть это достаточно защищенно получается регистрация, да, пароль человек получает автоматически генерируемый, невзламываемый, да, если он хочет что-то там. Так что в этом плане это очень удобная система. Еще раз, что мы будем делать с нашими абонкнижками? Что касается абонкнижек, на сегодняшний день у нас
заключены договора с достаточно большим количеством банков, да, у нас есть обслуживание граждан в терминалах, в банковских терминалах, не надо стоять в очереди в кассу, да, то есть, в принципе, человеку может быть и не нужна газовая книжка, по сути, как таковая, можно иметь какой-то лист-памятку, мы сейчас разрабатываем, да, то есть лист-памятка, который будет выглядеть буквально, ну, вот как, ну, собственно говоря, вот такой вот лист, где указан месяц, чтобы человек мог записать данные, и человек может просто подходить к любому терминалу. Главное – это проверять данные четко, чтобы это был его лицевой счет, чтобы при заведении лицевого счета высвечивалась его фамилия и адрес. И также обращать внимание, чтобы в терминале было поле показания счетчика, потому что, к сожалению, не во всех это есть, а это один из основополагающих моментов, очень важный. И по сути тогда и опять-таки совершив эту оплату, там через день человек заходит на сайт, он видит, оплата прошла, все прошло, и он сам контролирует, для этого не надо, только в случае какого-нибудь непонятного момента ему необходимо обратиться лично на участок.